Это так мило. Мэри, ничего это не мило. Я в шоке, что Айс простил Настю. Она же со Смайлом мутила, а сейчас у них все хорошо. Да ладно, девочки, успокойтесь. Насте реально повезло, что Айс такой хороший, прощает ее. Ну вот, Диан, тебе нужен такой парень, как Айс, а не такой, как Смайл. Настя, ты обещаешь? Обещаю, Айс. Я осознала все свои ошибки и люблю я только тебя. И я тебя люблю. Девочки, ну вы посмотрите, Настя опять с Айсом мутит. Я хоть Бани ненавижу, но Айс вроде нормальный парень. Не знаю, как Айс, но Костя у меня самый лучший. Стелла, не при всех, я стесняюсь. Костя, так, не слушай, что Диана говорит. Ну так что, Диана, ты решила, будешь мириться со Смайлом или нет? Нет, девочки, я решила, что со Смайлом я не буду мириться. Он не такой хороший, каким я себе его представляла. Правильно, Диан, я считаю, ты достойна лучшего парня. Настя, оторвись хотя бы на минутку от своего Айса. Да не надо, у нее только отношения наладились. Да хватит ей обниматься. Настя! Все, Айс, я пошла. Настя, они что, без тебя прожить не могут? Айс, мне сейчас нельзя ссориться с девочками. Кто что будет заказывать? А мне Костя закажет клубничный лимонад, да, Костя? Угу. Айс, сделай Стелле банановый милкшейк. Капец, девочки, у меня с Айсом только налаживаются отношения. А вы, Настя, вам что, завидно? Нет, Настя, просто мы договаривались, что черлидинг у нас на первом месте. Настя, какой у тебя Айс хороший. Мэри, ты на моего Айса глаз не ложи. Настя, я думала, мы с тобой договорились, что отношения не должны мешать черлидингу. Диана, а Дима на тебя палит и палит. Кнопа, отвернись от него, пусть дальше палит. Костя, что? Ты слышал, Диана, походу, сказала Дима. Дим, ну и что, что она сказала Дима? Ну, она, походу, с Малом рассталась и хочет вернуться ко мне. Дим, если бы она хотела вернуться к тебе, она бы тебе давно уже сказала. А мне кажется, что ей сейчас вообще никто не нужен. Костя, ты ничего не понимаешь, у тебя одна Стелла в голове. Я на самом деле очень скромная, она боится признаться мне в чувствах. Стелла, банановый милкшейк от Кости. Костечка, спасибо. Блин, где мне найти парня, который будет мне все заказывать? Дима, ты не хочешь меня чем-нибудь угостить? Угу, тоже мне угостить. Девочки, вы что не видите? Все самые хорошие парни уже заняты. Ну что, девочки, все готовы? Пойдемте на тренировку. Да, новый лозунг. Ой, девочки, черлидинг для меня все. Ань, Настя! Настя, я тебя жду. Дима, ты куда? За Дианой! С Дианой ты бегать не будешь, Костя, буду! Макс, ну посмотри, я же реально красавчик, все за мной бегают, все в меня влюбляются. Но в чем я Диану не устраиваю? Смайлик, ну ты норм. Макс, в смысле норм? Не, Смайлик, ну ты в принципе нормальный пацан, просто мне кажется, ты слишком много выделываешься. Не, Макс, в смысле я выделываюсь? Я не понял, ты мне друг? Смайлик, да друг я тебе, друг. Мне просто кажется, что Диане тоже не нравится, что ты много выделываешься. Поэтому у вас и не клеится. Да, Макс, друг, который считает, что я много выделываюсь. Ну почему Диана не хочет вернуть со мной отношения? Смайлик, а ты скажи мне только честно. Ты реально любишь Диану? Макс, ну что это за вопросы? Конечно, люблю. Смайлик, я тебе скажу как друг другу. Мне реально кажется, что ты любишь не Диану, а себя. Да, Макс, вот это ты, конечно, сказал. Ну да, люблю себя, конечно. А что, себя надо любить? Я себя люблю, Диану люблю. Ну себя, конечно, больше. Смайлик, вот поэтому у тебя с Дианой проблемы в отношениях. Вот поэтому. Ладно, хватит за любовь, пошли на тренировку. Кстати, Смайлик, я хотел спросить, а где малой? Да он, прикинь, купил себе новую песку. Мне кажется, что теперь не только тренировки, да и школу просыпать будет. Капец. Салатовая, может, уйдем? Карина ждет. Но если нас кто-то здесь увидит, то с нас будут ржать. Карина, ты хочешь вернуть пацанов? Хочу, Патрик такой хороший. Ну вот, значит, ждем. О, Карина! О, салатовая подружки! Салатовая? Проходите, вам здесь делать нечего. А что вы делаете возле этой двери? Возле мужского туалета, и кого мы это ждем? Идите по-хорошему. Ну все, салатовая, это позор, с нас будет вся школа ржать. Салатовая. Просто Патрик. Что хотите? Салатовая, Патрик какой-то злой. Я все знаю, Карин. Мальчики, а вы не хотите с нами там в кафешке посидеть? Да, Патрик, мы с тобой так давно не виделись. Да не, девчонки, мы уже с моделями встречаемся. Да, моя модель рост 1,76 м, она выше меня. Мы уже заняты. Да. Ну все. Капец, просто походу на меня очень сильно обиделся. Патрик такой хороший. Ну что, Патрик, видел, как мы их сделали? Да, видел. Карина вообще в шоке. Да, я видел. А Салатова, она сейчас вообще, походу, пойдет на турник растягиваться. Так, Тимур, чем он занимается на уроке? Одни рисунки. Найду его брата Смайла и скажу, чтобы он с ним поговорил. Учитель Майк. Девочки, я занят, я проверяю тетради. Кстати, Стелла и Женя, где вы вчера были? Учитель Майк, мы вам
сейчас все объясним. Вот об этом мы и хотели с вами поговорить. Вчера просто очень нужно было. Девочки, что значит нужно было? А на уроки ходить не нужно? Учитель Майк, вы должны нас понять, ну мы же девочки. Ну пожалуйста, ну не звоните родителям. Вчера был последний день распродажи косметики, ну и мы поехали. Не, ну нормально, последний день распродажи косметики. Вы должны были быть в школе. Я сейчас звоню вашим родителям. Девочки, что? Учитель Майк, ну вы не понимаете, скидка 50%, 50%! 50%? Знаете, сколько для девочек это много? Я бы могла купить одну помаду, но я купила две, и третья в подарок! Учитель Майк, мы купили себе хайлайтер, помаду, тушь для ресниц, пудру. Теперь мы в школу будем ходить, самые яркие. Учитель Майк, ну что вы, простите нас! Значит так, девочки, косметика для вас важнее, чем уроки. И вы не хотите, чтобы я звонил вашим родителям? Да, учитель Майк, не звоните! Хорошо, только при одном условии, в школу не краситься. Учитель Майк, мы что, зря косметику купили? И теперь мы не будем самые яркие. И как нам пацанов клеить? Так, девочки, я все сказал. И, кстати, контрольную, которую пропустила Стелла и Женя, будете писать после уроков. Спасибо, учитель Майк. Школьницы. Только краситься на уме, а учиться кто будет? Вот Тимур. Только мотоциклы на уме. ПОБЕДА! Победа! Они самые лучшие! ПОБЕДА! Надо! Диана, надо поговорить. Настя, у нас как бы тренировка. Диана, пожалуйста, надо поговорить. Настя, хорошо, давай тогда быстрее. Иди сюда, тренироваться будем. Девочки, сейчас. Не, ну Настя реально в облаках уже летает. Когда с Айсом помирилась, про тренировки уже забыла. Диана, нам долго ждать? Сейчас, девочки, подождите секунду. Ну, я слушаю. Смотри, Диана, мы когда в кафешке сидели, я стояла с Айсом. И ты на Айса так смотрела. Настя, ты нормально? На кого я смотрела? Диан, на кого ты смотрела? На Айса ты смотрела. Настя, я скажу тебе только одно. Что бы ты там себе ни напридумывала, но мне твой Айс не нужен. И, честно говоря, в какой-то степени я даже рада, что у вас с Айсом все окей. Серьезно, Диана? А мне кажется, что нет. Мне кажется вообще, что ты мне завидуешь. Настя, ты серьезно? Я тебе завидую. Настя, послушай, Айс для меня просто как друг. Просто как друг, понимаешь? Он вообще, он не такой, как другие парни. Он может помочь, выслушать, поддержать. И вообще, я очень рада, что ты с Айсом сошлась. Девочки! Девочки, иду! Диан, я тебя предупредила, за своего парня я... Настя, я поняла, за своего парня ты можешь меня покусать. Итак, девочки, продолжаем. ПОБЕДА! Победа! Лучшие! Ай, только я тебя прошу, ты когда будешь с Дианой разговаривать, не выделывайся. Макс, не учи меня, как разговаривать с девчонками, сам справлюсь. Ну, лично я бы не выделывался. Ой, Сомали, а что ты здесь стоишь? Что свою черлидершу ждешь? У вас, наверное, в отношениях ничего уже не клеится, да? Девочки, проходите, проходите. Не ваше дело, у меня в отношениях все будет просто ок. Просто ок? Лена, может быть, сказать ему? Яна, зачем? Он же ж тогда Диану ждать не будет и просто убежит. Девочки, все, идите. Подождите, а что вы хотите рассказать? Я никуда не убегу. Ля-ля, может быть, мы ему расскажем? Ну, Смайлик, ты сам напросился. Еще тогда, когда мы с Дианой были лучшими подружками, и когда вы еще тогда встречались, у Дианы был еще один поклонник парень, и она с ним ходила гулять. Кто? Смайлик, ты ждешь Диану. Рассказывайте. Пусть Диана тебе расскажет. Удачи. Не, ну Макс, ну как это понимать? Поклонник у нее, значит, был. Сейчас она выйдет. Смайлик, ну ты понимаешь, что ты сейчас опять все испортишь? Нет, Макс, ты знаешь что? Я ничего не порчу. Портит все Диана. И выделывался тут тоже не я, а Диана. И портит отношения тоже Диана. Смайл, ну ты глупый, ты так никогда с Дианой не помиришься. Диана! Диан, мне нужно с тобой поговорить. Да, Диан, поговори со Смайликом. Диана, мы идем на урок. Смайл, не сейчас. Видишь, Макс, Диана выделывается. Не я, а Диана. Смайл, я выделываюсь? Да.
Да нет, ты ошибаешься. Так, ребята, успокойтесь, вам нужно поговорить и решить, что в ваших отношениях. Диан, мне все равно, что там за тебя говорят. Яна, Ляля, что они знают? Я хочу знать, что будет с нашими отношениями. Смайл, а что будет с нашими отношениями? Ты для начала поменяйся, потому что я пока что никаких изменений не вижу. Макс, ты слышал? Это я выделываюсь. А может, это ты выделываешься? Ударилась в спор, черлидерша, тренировки каждый день. На меня типа внимания не обращаешь. Я-то знаю, что ты сохнешь по мне. Смайл, Смайл. Короче, Смайл, я все поняла. Нам с тобой сейчас не о чем разговаривать. Смайлика, я тебе говорил. Ну ты это видел, она выделывалась. Смайл, ты не прав. Макс, прав, не прав, пойдем. Но ничего, она еще будет бегать. Да, 10 класс, вы меня радуете, но не все. Да, Тимур? Учитель мат, Тимура нет. Да, он себе ПС-ку пятую купил. Тише, я сегодня иду к нему играть. Слышишь, я к нему сегодня иду играть, мы с ним договорились. Слышь, Кукушонок, первый с Тимуром буду играть я. Диан, Диан, а что у тебя со Смайлом? У тебя с ним отношения налаживаются? Настя, мне кажется, что у нас со Смайлом уже никогда ничего не наладится. Жень, Жень, ты слышала? Да, походу у Дианы со Смайлом уже все, конец. Может, к нему на перемене подойти? К Смайлу подходить буду только я. Ну все, у Дианы со Смайлом конец. Костя, ты слышал? У меня все шансы. Дим, подожди, Стелла, в сторону Смайла даже не смотри. Она и не посмотрит. Здрасте, учитель Майк. Кукушонок? Руша, у нас урок, Кукушонок занят. Учитель Майка, можно Кукушонка на минутку? У меня к нему важный разговор, только не откажите. Так, Кукушонок, у тебя есть минута, иди. Учитель Майк, можете сказать, что я не могу? Нет, давай, иди, это твоя девушка. Так, скоро Новый год, а вы знаете, какой подарок ждет учитель Майк? Новый PlayStation! Да, ребят, я решил, я куплю новую PlayStation, и мы поставим ее в школе. Учитель Майк! Хорошо, ребят, пошутили, а теперь тест. Учитель Майк, можно выйти? Диана, какое выйти? У нас тест, ты не напишешь. Спасибо, учитель Майк, я быстренько. Итак, ребят, самая высокая гора. Ляля, как это называется? Кири-кири-кири, Макджара. Так, ребят, не подсказывать, каждый пишет сам. Второй вопрос. Айс, привет, сделай мне, пожалуйста, капучино. Сейчас, Диан, подожди, я сделаю. Я только посчитал трубочки, сейчас я их запишу. Знаешь, Айс, все-таки ты такой хороший. Диан, обычный я. Ну не надо мне комплиментов, сейчас я сделаю капучино. Нет, Айс, я серьезно, ты реально хороший. Просто понимаешь, вот я встречалась со Смайлом, и, как оказалось, он не тот, за кого себя выдавал. Да, Смайл нормальный, мне кажется, и я думаю, у тебя с ним все наладится. Нет, Айс, у нас со Смайлом уже ничего не наладится. Просто понимаешь, даже его лучший друг Макс сказал, что все, Смайл, тебе реально нужно поменяться. Но Смайл считает иначе. Диан, да это просто у вас кризис в отношениях. Вот увидишь, у вас со Смайлом все наладится. Спасибо, Айс, за капучино. Ух, надеюсь, учитель Майк меня не заставит переписывать тесты. Ладно, сейчас зайду в кафе, сделаю Айс сюрприз. Вот знаешь, Айс, если бы Смайл был такой, как ты, мы бы с ним даже не ссорились. У нас бы все было идеально. Айс, просто ты такой хороший, внимательный, добрый. Ты как парень просто супер. Да ладно тебе, Диан. Никаких проблем у тебя в отношениях со Смайлом не будет. У вас все наладится. Нет, Айс, у нас со Смайлом уже ничего не наладится, потому что он не такой, как ты. Он меня не может ни выслушать, ни поддержать. Ты понимаешь, он меня абсолютно не понимает. Он хочет быть в отношениях постоянно главным. Ну, Диан, хочешь, я со Смайлом поговорю? Может, он меня послушает? Нет, Айс, не нужно разговаривать со Смайлом. Просто я поняла, что мне нужно искать нового парня. Такого же хорошего, как и ты. А что это все значит, Диан, а? Айс, объясните, пожалуйста. Настя... Настя, это не то, что ты подумала. Мы просто разговаривали с Дианой. А, просто разговаривали, да? Что, Диана, хочешь такого парня, как Айс? А я тебя предупреждала. Настя, да мне не нужен твой Айс. Просто тебе реально повезло, что у тебя Айс такой добрый и понимающий парень. Что, Диана, такого доброго и понимающего, как мой Айс, да? Айс, а почему ты уши развесил? Что, Диана, может, ты мне решила отомстить за Смайла? Настя, ну ты же знаешь, мы с Дианой просто друзья. Да, Настя, мы с Айсом просто друзья. Просто тебе реально повезло с Айсом, что он тебе такой добрый и понимающий парень. Что, Диана, добрый и понимающий парень Айс, да? Айс, значит так, что после Дианы я тебя и близко не видела. Короче, Айс, спасибо тебе за капучино, я все поняла. Настя, что ты наделала? А с тобой, Айс, я сейчас поговорю.
Ребята, а вы видели? Вы видели? Я просто в шоке. Настя все неправильно поняла. Она думает, что я втюрилась в ее Айса. На самом-то деле Айс просто мой хороший друг. Вот и все. Который меня понимает и поддерживает. В отличие от Смайла. Смайл хочет со мной помириться. Но как мне с ним мириться, если он абсолютно меня не понимает и ничего не делает для того, чтобы я его простила? Короче, ребят, я так от этого всего устала. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и ждите наши новые крутые серии. Всем до новых встреч и всем пока. Диан, где ты пропала? А тест кто будет писать? Вот знаешь, Айс, если бы Смайл был такой хороший парень, как ты, мы бы с ним даже не ссорились, и мы бы с ним не расстались. Просто понимаешь, он меня вообще не понимает. Если бы все парни были такие, как ты. Да ладно, Диан. Диан, я должен измениться. А может ты? Ты в пи... Ой, ударилась. Было. Раз. Диан, это... Раз, два, три. Диан, это я должен измениться? А может ты? Ты... Да...